Из 500 тысяч геймеров на этом чемпионате нам удалось выловить Эмиля Ахундова. Он же Кучер. Эмиль, привет. Привет, Саш. Скажи, пожалуйста, вот ты выступал капитаном команды GE на этом чемпионате. Насколько это вообще серьезно, и будешь ли ты в дальнейшем за них играть? Нет, ну как бы был анонс турнира Asus, мне как бы позвонили ребята, у них не было одного как раз. Пригласили меня поиграть, а клуб через дорогу как раз, чем не пойти, не поиграть. Пошли, выиграли отборочные. Первое место заняли. Квартира, что тут проживаем, приехали за день. Нет, в дальнейшем не планирую играть за ребят. Да и они, наверное, не будут играть. Так, побаловались. Молодые пацаны. Есть и старичок один. Я понял. Но мы тебя сможем увидеть на, скажем так, на профессиональной сцене украинского Counter-Strike? Ну да, я планирую, но сейчас вот думаю, за кого выступать. Думаю, на СВЦ, как бы уже собрать тут какую-то команду. Так, собираюсь, да, играть профессионально дальше. Знаешь ли ты судьбу своих тиммейтов? Так, там, как, чем занимается Валентинович, к примеру? Я знаю, что он играет в Хон. И все. В Counter-Strike не играет. Тоже вот выиграли с Емеликом квоту в Донецке и не приехали. Попс как бы тоже выиграл квоту, тоже не приехал. Значит, ребятам безразлично вообще, по-моему. Не знаю, почему не приехали. Емелик писал, что хочет играть, но тоже не приехал. Вот, видимо, такое желание. Да, такое желание. Твой прогноз, кто зайдет в топ-2 на этом чемпионате? А, ну Пинкершнет. Пинкершнет. А как думаешь, Маверик не составит конкуренцию Киршнет? Нет. Однозначно. Ну не знаю, я не следил, честно, за ними. Ну вот Киршнет сейчас ведут 5-3 уже у Пинк. Но я думаю, Киршнет и Пинк выиграют. Там нормально подготавливают ребят. Я понял, спасибо тебе, Мин, удачи.